Здарова всем, это Фриз, и недавно я увидел ролик у Домера, как я обменял блок земли на что-то там. Ну и в общем-то я решил проверить, что же будет, если я обменяю вот этот блок песка. Хотя нет, а давайте я полностью скопирую ролик. Все-таки я это умею делать, да? Поэтому, друзья, что будет, если я сейчас, прямо сейчас выкопаю... Куда? Что сейчас происходит? Короче, сегодня я попробую изменить вот этот блок земли на какую-нибудь полезную вещь. Ну и также Домера я укажу в описании, либо же в подсказках, либо же в комментариях. Главное, чтобы я это не забыл сделать. Ну а ты перед началом видеоролика можешь поставить лайк, также подписаться на канал, потому что это мотивирует делать ролики каждый день и делать их качественней. Но мы поехали. Итак, давайте начнем с небольшого предисловия. Как можете заметить, я зашел с левого аккаунта, и поэтому, если я буду что-то писать в чат, то это будет как бы, ну, незаметно. Поэтому мы пишем привет. Нет, хотя привет будет слишком как-то банально. Обменяю блок земли на что-то ценное. И как обычно, у меня есть куча ошибок. Ну, как кто так пишет? Короче, отправляем данное сообщение в чатик и, в принципе, просто ждем, пока кто-нибудь нам что-то напишет. О, поменяю. Детконатор. О, отлично. Телепортируемся к детконатору. И смотрите, ребят, какой отклик. Ой, подожди, а почему здесь так темно? Ладно. Здорово. Привет. Так, ребятки, он мне что-то выкинул. Это... Что? Ребята, это меч магистра. Типа... Блин, подожди. Нет, подожди, стойте. Это не так должно работать. 5 minutes later. Что-то мне кажется, что меня узнали, поэтому я зарегистрировался в вот такой вот ник. Обменник Сив. Не, ну а чё? Ну можно же. И, в принципе, сейчас я нахожусь на втором мире. И давайте проделаем то же самое, то, что я делал и до этого. То есть телепортировался... О, вы сможете рандомно телепортировать через 8 секунд, лол. Так вот, телепортируюсь в рандомное место. И давайте сейчас найдем блок земли. Вот он, кстати. И давайте сейчас будем писать в чат. Кто обменяет блок земли на что-то полезное? Вы должны поиграть 15 минут на сервере, чтобы... О, ё-моё. 5 minutes later. Короче, мне было влом ждать, поэтому я просто себя выдал лорда, и теперь я могу писать в чатик. Так, теперь давайте я просто продублирую это сообщение и просто буду сейчас ждать. И вот сейчас мне кажется то, что, ну, мало кто захочет обменять просто землю на что-то. 5 minutes later. Офигеть, уже прошло больше 5 минут, и никто, ребят, не написал. О, написал, ребят, написали, отлично, Джайер 101, все, ребят, отправил к нему запрос на телепортацию, надеюсь, что это будет не обманщик. Но хотя, зачем ему скамить меня на блок земли, ну, ладно. Так, давай, он пишет блок, так, держи, вот, я первый кидаю, надеюсь, то, что ты меня не обманешь, нет, да ладно, ребят, меня заскамили. Или нет? Подождите, я что-то не понял. Он мне нанес очень много сердечек и пишет ха-ха-ха. Ну не смешно, чувак, вообще никак не смешно. Наверное, он сейчас, ребята, рыщется в сундуках, чтобы дать мне что-то, но вот это, что он мне ударял, это слишком как-то было страшно. Надеюсь, что он мне сейчас что-то даст, и я просто отсюда свальну куда-нибудь подальше. Чувак, пожалуйста, дай что-нибудь. Что? Набор стража. Ребята, ты чё, серьезно? Серьезно? Чего? Конечно, ребят, есть момент, то, что он, может, понял, что я Фриз, но, ребят, как бы это мог рандомный челик быть, то есть обменник Стив. Ну, нет никаких доказательств, что я Фриз. Ролик снимаешь. Что за ролик? Видео снимаешь? Что за видео? Нет! Ай! Блин, ребят, это было ожидаемо. Скорее всего, этот челик подумал, что я Фриз, а потом я такой, какой Фриз? Что? Ты про что? И он такой, нет, чел, все, я тебе не дам. Короче, ребят, мне кажется, что на втором сервере нечего ловить, потому что здесь слишком маленький онлайн, поэтому заходите, ребят, на крафтю, играйте на крафтю, блин, реально. Короче, ребят, я зашел на первый мир, и давайте прямо сейчас мы вот сюда отправим это сообщение, и как бы знаете что? Мне кажется, то, что здесь будет немножечко поактивнее чат, потому что, в принципе, я здесь недавно писал то, что кто обменяет блок земли на что-то. И как бы люди писали то, что это писал Фриз, то есть с аккаунта детектива. Ну, кто не знает, детектив — это мой основной аккаунт. И здесь, возможно, ребятки, возможно, поймут то, что это мой твинк. Ну, и подобным способом мы сможем немножечко извлечь ресурсов. Вот только есть одна проблема. У меня нету земли. Поэтому, ребятки, мы телепортируемся на безопасное место, точнее, и добываем одну земельку. Вот так вот. В принципе, снова пишем, кто обменяет блок земли на что-то полезное, и
ждем. Ребята, я немножечко изменил сообщение в чатике, теперь оно вот так вот. Эксперимент, кто обменяет мой блок земли на что-то полезное? И нам снова пишут Дед Канатор, я обменяю обменник Стив. Не знаю, может Дед Канатор понял то, что я все-таки фриз, но, ребят, как бы никто не запрещал регистрировать такой ник. Я имею в виду то, что это может быть вообще любой челик вот так вот зарегает такой ник. Короче, ладно, пофиг. Я думаю то, что вы поняли. Гхм, так, значит, землю ты не дал, Сака Бибиби. А, ясно. Он знает, ясно, все, до свидания. Или, ребят, не до свидания, смотрите, он мне что-то дропает. Набор шалкера! Ребят, так, ладно, все, Дед Канатор, на этот раз я тебе отдам землю. И дай мне отсюда свалить, пожалуйста. Ты фриз? Так, ребятки, все, ливаем, ливаем, все. Я ему ничего не сказал, я фриз или нет. Типа, вот реально, ребят, может быть, он подумает то, что я не фриз и... Ну, я его типа заскамил. Может быть, он подумает то, что я не фриз. Так, ребятки, теперь у нас есть набор шалкера, то есть полностью набор шалкера. И теперь пишем, кто обменяет набор шалкера на что-то полезное. И вот таким образом будем сейчас спамить в сообщениях. И снова Дед Канатор хочет обменять. Нет, нет, все, отвали, все, не надо. ТП обменяю на меч Мефика. Бро, у меня есть меч Мефисто. Можешь что-нибудь предложить поинтереснее? И как обычно, я написал с ошибками. Ладно, пофиг. Ну, могу шалкер обычный дать. За набор Мефисто? Блин, ребят, я не знаю, а это выгодно или нет? О, могу чареное яблоко. Слушай, а давай шалкер и чаргеппл. А я тебе весь свой инвент. Ну ок. Так, ребятки, все, отлично. Давайте я прямо сейчас складирую свои... Короче, я складировал все свои... Да ё-моё, что я не могу выговорить? Короче, я складировал все свои вещи в Эндерснук, и давайте мы к нему прямо сейчас телепортируемся. Блин, а вот стрёмно, может это будет сейчас скам. Челик сейчас заскамит нас. Но, в любом случае, я ему отправил запрос на телепортацию, и ждем, пока он нас просто примет. Так, ребятки, он нас принимает, и... Я даже не понял, что произошло. Походу, ребят, он нас заскамил. Бро, а что произошло? Ой, ё-мо, я даже на английском... Бро, а что произошло? Вы не можете взаимодействовать с игроком, который находится в бою. Круто, конечно. Так, ладно, ребятки, мы не будем зацикливаться на одном челике и просто пишем снова. Кто обменяет мой набор шалкера? А, в смысле, а почему набор шалкера? А, у нас набор шалкера, я подумал, что у нас Мефисто, ё-моё. Обменник Стив, я могу на 12 золотых яблок. Давай еще что-нибудь добавляй. И что-то он мне вообще ничего не пишет. Да блинский, меня что, снова заскамили, что ли? Я обманяю. Привет, на что ты готов меняться? Меняется, написал. Да блин, ну почему? А, еще недоступные символы. О, все, отправил, отлично. Алмаз. На один алмаз, что ли? По-моему, друзья, меня... Меня хотят сейчас кинуть на кит шалкера. Погоди, челик реально хочет обменять один алмаз на кит шалкера? Серьезно? 20 алмазов. Подождите, ребят, давайте посчитаем. Итак, меч это 2 алмаза. Так, шлем это 5 алмазов. Так, математика, математика, это 7 алмазов, да? Так, штанишки это у нас 7 алмазов. То есть уже 14 выходит. Далее у нас нагрудник, это получается 8 алмазов. Так, и 15 алмазов плюс 4 получается 19. Слушайте, ну как бы это по количеству выгод. Конечно, алмазики. Но они зачарены у меня на Protection 5. Поэтому мне, ребят, это вообще не выгодно. Если у меня была простая алмазная бронь, то в принципе, я бы, наверное, даже обменялся. Но поскольку у меня это кит, все-таки напишу ему вынужден отказаться. Блин, ребят, что-то мне не удается обменять свой кит шалкера на что-то полезное почему-то. Наверное, все-таки надо было соглашаться на 20 яблок. Блин, ну почему я не согласился? О, ребят, все, нашлись челики. Гоя челик пишет, кроличек. Так, давайте мы напишем в ЛС, сколько ты готов отдать яблок? Одну чарку и 45 яблок. Ого, ничего себе, слушай, это имба. Прими ТП. Так, ребятки, давайте сейчас складируем все свои ресурсы, потому что, ну, вдруг это снова скам будет. И отправляем ему запрос на телепортацию. В принципе, я готов, чтобы меня убили, но я надеюсь, что это не скам будет. 5 minutes later. Сейчас, я сек. Сейчас он сек. Так, ладно, ждем сек. Ребят, что-то он далеко отошел, видимо, и не принимает мой запрос. Но вы не можете просматривать чужие инвентари. Черт побери. Тогда мне остается просто его ждать. Но что-то он очень долго, ребят, не приходит. Мне кажется, что это скам. Давайте, ребят, ему даже напишем в ЛС.
Братишка, ты где? Я же тебя жду. И никакого ответа. Офигеть. 5 minutes later. Прошло около 5 минут, и мне, ребят, никто не ответил, поэтому я, наверное, зайду через пару часиков. Так что увидимся через пару часиков. Хотя, нет, подожди, через секунду, да, для вас же это как секунда пройдет. Ну что ж, прошло более 2 дней, и посмотрите, что мне написал дед Канатор. Да, ребят, все-таки он понял то, что это был не я. Точнее, он это додумал то, что это был не я. Ну ладно, ребят, это не важно, я подождал несколько минут. Ой, каких минут? Подожди, я подождал несколько дней, да. Я записывал все это дело 16 числа, а сейчас у нас уже 19. Поэтому я думаю то, что новые игроки зашли уже на наш сервер Крафтью. И поэтому давайте мы напишем в чатик, кто обменяет мой кит Шалкера на что-то полезное. И будем вот таким образом снова спамить, пока нас не забанят. Ну или пока нам кто-нибудь не напишет хотя бы. Могу на кристаллы. Так, давай-ка ему напишем спайс. Ой, осуждаю. Привет, бро. На какие кристаллы ты хочешь обменять? Блин, кристаллы, спайс. Что, осуждаю. 100 кристаллов энда. Окей, прими мой ТП. Так, ребятки, складируем вот так вот все это дело вот сюда. И, в принципе, телепортируемся к этому челику. И, ребят, я, наверное, надеюсь, что это будет не обманщик. Потому что я не хочу всирать паутинку и спайдер ЕУЕ. А, на самом деле, шучу. Ну, пофиг, просто я не хочу, чтобы меня сливали. Так, ребятки, он меня телепортировал, и это спаун. Хорошо то, что это не дом, потому что здесь он меня не может убить. Ну, и он просто стоит и чего-то ждет. Так, давай ему напишем в ЛС. Например, что-нибудь напишем. Бро, давай на РТП. Написал, бро, Ю, давай на РТП. Да, пофиг, какая уже разница. Опа, ребятки, он куда-то ливнул. Так, отлично, все, давайте мы к нему снова запрос на телепортацию кидаем. И он нас принимает. Все, отлично. Напишем, кто кидает первый? Половину ты. Так, подожди, а у него вообще есть вот спайс? А, вы не можете просто... Ё-моё. Так, давай ты четверть. И я четверть. И, ребятки, что-то мне кажется, что он хочет меня обмануть. Я не знаю почему, но вот что-то мне так кажется. Ок, ты первый начинаешь. Нет. Покажи, что у тебя есть кристаллы вообще. Потому что, ребят, у него в руке нету кристаллов. Ну, я типа голый, я его не могу убить, поэтому, ну, как бы да. Покажи, что у тебя есть кит. Пошли на спавн, покажу. А если ты друга тэпнешь? Давай пойдем на спавн. А варп... Ах, блин, он куда-то, ребят, ливнул. Так, ладно, окей. Так, где он? Спайс. Ой, осуждаю. На спавне, ребят, я его не наблюдаю. Давайте мы снова ему запрос на телепортацию кинем, чтобы... Блин, возможно, он куда-то телепортировался на какой-то варп, чтобы там было меньше народу. Но, а возможно, он просто ливнул домой. Игрок Спайс отклонил запрос на телепортацию. А, в смысле? Ты чё, серьезно? Почему ты отклоняешь запрос на ТП? Этот игрок игнорирует сообщение от вас, ребята! Он меня кинул в игнор, то есть он хотел меня обмануть! Ребят, я говорил, что он хотел меня обмануть. Вот не надо быть таким доверчивым, да. Ладненько, ребятки, с этим челиком не прокатило, давайте я снова отправлю сообщение, которое я отправлял в первоначально. Это кто обменяет мой кит Шалкера на что-то полезное, и буду снова спамить, пока мне кто-нибудь не напишет. О, ребят, смотрите, ТП кто ПП, я в за 4, за 3, чек голым, либо чек инвент. Ребят, это челик. Вообще обманывает жестко. Гоя на кристаллы энда. Так, ребят, снова этот же челик, походу, да, или нет? Google ютубер. Так, привет. На сколько кристаллов ты готов обменять? Так, тот челик мне предлагал стак и еще что-то. Я честно не помню, что он мне предлагал, но стак кристаллов я точно помню, что он мне предлагал. Интересно, сколько это приложит? 6. Так, хорошо, это уже, ребят, более реально. Так, давай напишем прими ТП. Естественно, складируем всю мою бронь в эндер-сундук и телепортируемся к этому челику с помощью ТПА. Вот так вот. Так, он меня, ребятки, принял и... Ой, слушай, а вы это стрёмно. Слушай, у него реально кристаллы есть, наверное. Так, и по всей видимости, ребятки, это магазин. Так, чел, главное, не подбери мои кристаллы. Так, у него есть кристаллы, ребятки. Давайте мы ему выкинем немного по половине, да? То есть напишем, давай по половине. Так, давай, я пока что ему кину самое вот такое вот. Вот так вот, вот, держи, братишка. Я надеюсь, что ты меня не обманешь и не убьешь. Пожалуйста, бро, пожалуйста, давай, кидай. Он слез, ребятки, в сундук и... Ага, подожди, он меня впускает к себе. Так. Ребят, дает кристалл один. Подожди, а почему один? Мы же договаривались. Подожди, и он мне Хоруса выкинул. Зачем? Чё? В смысле? Ты обещал 6 кристаллов. Значит, ты сейчас должен дропнуть 3.
Подожди, так это два. Ты мне дропнул два. Мы договаривались на три. Кидай ты. Так ты же половину не отдал. А, ребятки, все, все, окей. А, так, он мне отдал, ребятки, третий кристалл. А, сек, оно в ЕК. Блин, с моей стороны выглядит, как будто я хочу просто отсюда свалить, ребятки. Но нет, нет, так, 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 так. Вот, держи, держи. Вот, выкинул. Остался ток меч. И он мне снова, ребят, дробит один кристалл. А где еще два? О, погоди, а что он мне не забирает? Оп. А штаны? Так, вот штаны. Штаны, вот штаны, братишка. Давай, кристалл. Еще два кристалла. Два кристалла еще. Один, ребят. Почему мне по одному дропают? Пять кристаллов. Еще один, бро. Еще один кристалл. А где еще один? Напишем. И спрячем вот это все дело вот так вот. Так, ребятки, он... Он держит кристалл. Неужели, ребят, это будет честная сделка? Ребятки, он начал держать в руке кристалл. Я очень надеюсь... стоп, точно, 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 точно. Вот так вот, пам, вот, все. Я, то есть, ему меч выкинул. Все, ребят, отлично. Ага, я думал, что он мне все уже обманет сейчас. Так, я все сложил, ребят, я все сложил. Я все сложил, да. Челик вообще не умеет обманывать, ребятки. Но зато у меня уже есть 6 кристаллов и есть хорусы. Давайте попробуем снова же попробовать их обменять. Кто обменяет 32 хоруса и 6 кристаллов на что-то полезное? Пишите в ЛС. Короче, ребят, прошло около 10 минут, и, к сожалению, никто не хочет обменять мои 32 хоруса и 6 кристаллов. Я, конечно, ребят, еще поспавлю немножечко, но я думаю, то, что стоит уже закрываться, потому что видос получился достаточно объемным и большим. И, как бы, мы проверили, можно ли обменять просто обычную землю на какие-то ресурсы. И в итоге пришли к такому результату, что можно. Поэтому, ребятки, заходите на крафтю, играйте на первом мире, либо же на втором. Я играю на двух режимах. И вот, короче, все. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был я, Фриз. Всем пукич. Не забывайте про подписку и лайк.